Региональные власти разрабатывают комплексные меры по ремонту и строительству внутрипоселковых дорог в селах Заполярья. Соответствующая задача поставлена губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским перед профильными органами власти по итогам встречи с главами сельских муниципалитетов. Об этом сообщается на официальном портале окружной администрации. Во время встреч с губернатором главы практически всех поселений рассказали о реализации в течение летне-осеннего периода мерах по ремонту и строительству внутрипоселковых дорог. Докладывая главе региона о реализованных в этой сфере мероприятиях, главы муниципалитетов обратились к Александру Цибульскому с просьбой обратить особое внимание профильных региональных органов власти на решение вопросов, связанных с ремонтом и строительством дорог в границах сельских поселений. Соответствующее поручение губернатор дал двум профильным ведомствам – Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта и Департаменту внутренней политики Ненецкого округа. Практически 100% глав, которые ко мне приходили, жаловались на состояние внутрипоселковых дорог. И с этим вопрос, конечно, надо как-то решать. И здесь, Иван Ильич, наверное, к вам тоже вопрос. У меня есть предложение со следующего года посмотреть какую-то программу, там, не знаю, 500 метров, километр сельской дороги в год. Выделять там, кому-то надо какое-то количество плит выделить, кому-то надо выделить щебень, кому-то еще. Но этот вопрос надо решать. От него, понимаете, мы не спрячем голову в песок, и он не рассосется. Дороги действительно плохие, и надо смотреть и делать. У глав есть четкое понимание, есть абсолютное видение, как это должно развиваться. Значит, надо просто взять и в каждом селе год как-то это поддерживать. Еще один вопрос, решением которого предстоит заняться уже региональному департаменту природных ресурсов, экологии АПК – реализация мероприятий по берегоукреплению на территориях сельских поселений. Как отметил Александр Цибульский по итогам встреч с руководителями сельских муниципалитетов, он дал ряд конкретных поручений, которые зафиксированы протокольно. Добавлю, встречи губернатора с главами проходили в период с 19 по 22 октября. Как сообщили в аппарате администрации Ненецкого округа, в общей сложности Александр Цибульский встретился с главами 9 из 18 сельских муниципальных образований. Встречи продолжаются как в период пребывания руководителей органов местного самоуправления в окружной столице, так и во время поездок главы региона по селам.